Меня зовут Петриченко Дарья, я учусь в 8 классе Малиновской школы и расскажу про героя социалистического труда Смоктуновского Иннокентия Михайловича. Родился 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка, ныне Шигарского района Томской области, в крестьянской семье. С родителями переехал в Томск, затем в Красноярск. После окончания школы учился на фельдшера, затем на киномеханика. Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на Курской дуге, форсировании Днепра и освобождении Киева. Несколько месяцев воевал в партизанском отряде. Дошел до Берлина. После войны учился в студии при Красноярском драматическом театре имени Пушкина. Играл в театрах Норильска, Махачкалы, Сталинграда, Москвы. Много снимался в кино. Сыграл главные роли в фильмах «Дядя Ваня», «Берегись автомобиля», «9 дней одного года», «Гамлет» и в других картинах. Работал на телевидении и радио. 8 июня 1990 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства Смоктуновскому Иннокентию Михайловичу было присвоено звание Героя социалистического труда. Награжден золотой медалью «Серп и молот», 3 орденами Ленина и другими наградами. Лауреат Ленинской премии, заслуженный народный артист РСФСР и народный артист СССР. В 2007 году в деревне Татьяновка был открыт музей Смоктуновского. В его честь названа одна из малых планет.